Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгейм, и мы продолжаем похождение по миру GTA 3. И сегодня у нас 17-я миссия, ну и давайте уже, конечно же, ее обсудим. Итак, враги семьи Сальваторе, колумбийский картель, производит спанк в Портленде, но им ничего не известно, где именно, ну и так далее. Но зато картелю известен каждый шаг Сальваторе, и, собственно, сам Дон Сальваторе решает, что в его семье появилась крыса. И он думает, что это самая крыса, бармен в клубе Луиджи, которого зовут Кудрявый Боб. Ну и Сальваторе дал нам на него наводку, что типа он ездит домой на такси. И нам нужно проследить за его путем. Да, и кстати, Сальваторе не совсем уверен, что это было именно он, что именно крыса он, так что сразу его не убивайте. Да, и кстати, как во всех GTA почти, ну для примера приведу GTA San Andreas, здесь есть такая шкала пугливости. То есть, если вы будете подъезжать очень близко, то он будет как-то вас замечать. Так что вы станете вот где-то вот на этой точке и ждите, пока он выйдет из клуба и сядет в такси. Пока шкалы этой пугливости нету, но когда он сядет в такси, сразу откуда-то он будет какое-то подозрение у него будет. Да, и, кстати, после этой миссии будет такая важная для сюжета заставка, когда мы узнаем, тоже все-таки, не знаю, сотрудничает с картелем, да. Вот, испуг Боба появился, вот этот, как в лицензионных версиях пишут, испугометр, что-то там как-то вот так. GTA San Andreas писали. Так, ну, у меня не лицензионные GTA 3, а GTA San Andreas лицензионные. Я вам скажу, из всей серии GTA у меня только GTA San Andreas лицензионные, и все. Так, ну ладно, давайте сейчас будем за ним следить. Да, и кстати, шкала здесь очень быстро пополняется, ну и медленно убывает. Хотя когда как. Если вы будете даже, не знаю, вот видите, я вроде далеко от него, а шкала все равно прибавляется. Все-таки он настолько напуган, что за ним следят. Да, и плюс у нас еще продолжают стрелять триады. Так что вы это тоже имейте в виду, чтобы вашу машину не подорвали. Да, и кстати, на карте, на мини-карте, и этого кудрявого Боба нету. Так что надо ориентироваться по той стрелочке, которая над такси мигает. Ну, особенно такой путь вроде недолгий. Он ведет всего лишь в доки, да. Он становится именно в доках, именно там мы узнаем, точнее посмотрим, что за заставка, важная для сюжета. Да, и кстати, вот уже заезжаем в доки, быстренько так, уже приехали. Все-таки Боб правда очень пугливый. Ну, давайте посмотрим. Comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, amigo. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Так, ну вот мы узнали, что Кудрявый Боб сливает всю информацию Каталине, ну и нам, конечно же, надо с ним разделаться за слив информации. Осторожнее, он вооружен спасом, так что осторожнее. Какой меткий, а? Ладно, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Ну, всем пока.